Всем привет! Сегодня мы засолим сельдь. По этому рецепту сельдь просаливается очень быстро, за 3 часа, и при этом получается очень-очень вкусной. Нам понадобится сельдь или скумбрия. Работать с ней проще тогда, когда она еще не совсем размерзлась. У нашей рыбы головы уже отрезаны, осталось дело за малым. Нужно ее выпотрошить. Выпотрашиваем и хорошо вымываем середину губкой. Затем рыбу нарезаем на небольшие кусочки. Для этого метода засолки это важно. Насыпаем соль и хорошенько обваливаем в ней каждый кусочек рыбки. Оставляем просаливаться на 3 часа. Необходимое время прошло. Берем рыбу и промываем каждый кусочек под проточной водой. Нужно смыть всю соль. Следующий этап. Промытую сельдь заливаем водой и оставляем на 20 минут. Если любите более соленую, можно обойтись промывкой. Пробуйте на вкус. Готовую сельдь заправляем маслом, добавляем лук. Это просто объедение. Хотелось бы еще подчеркнуть, что если вы спешите, нет у вас времени, рыбу можно засаливать не 3, а 2 часа. В этом случае вымачивать нужно не 20, а 3-5 минут. При этом нужно пробовать. На этом все, дорогие друзья. Готовьте, кушайте и будьте здоровы. До новых встреч! Пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!